Здравствуйте, дорогие друзья и гости на моем канале. Сегодня я вам покажу, как мы провели день рождения моего сыночка. Все были на карантине, это была суббота. Начинаю вечером, в пятницу до вечера приготавливать уже все, запаковывать. В субботу утром он проснется, конечно, это будет распаковывать. Ну и, как всегда, я и Лилечке, так же, как и Мике, при Лилечке на день рождения Лили, я собираю маленький подарочек тоже, так как у меня при день рождения всегда есть мелочь какая-нибудь второму ребенку, потому что, Ну, вы понимаете, двое детей, и все хотят подарки. Ну вот, получается, так делаю, что маленький подарок в этот раз такая будет косметическая, у нее коробочка. Сначала просматриваю всю косметику, которую можно ей давать уже, которую нельзя ей давать. Проверяю на качество, проверяю тоже и на... Помады все я сразу убрала, помады я не разрешила ей. И лаки я ей даю, только лаки вот для ногтей проверила заранее. Эти лаки можно водой смывать, я ей даю только вот именно в месте, когда мы пользуемся, не ложа в эту коробочку. Я их сразу убрала наверх, на шкаф, и мы вместе пользуемся. Ну вот, запаковываю, конечно, все подарки. Подарки, честно говоря, в этот раз мало у Микушки, потому что у нас какие планы были? У нас планы были: в субботу придут все родители, все гости, надарят ему много игрушек, и поэтому мы решили в этом году не дарить ему игрушки и подарили ему настоящий бинокль. Он его желал, хотел, так как мы на курорте, он хотел настоящий бинокль иметь, и не было его. Ну вот, ему подарили настоящий бинокль в этот раз. Он хотел скейтборд, мы подарили ему тоже скейтборд. И дополнительно я положила ему вот игрушку, такую маленькую, какую-нибудь, хоть чем-то поиграться, потому что вот именно гости-то в тот день не придут, и игрушек ему маловато, и он также, я ему потом сказала, что, конечно, все твои гости, у всех твои игрушки лежат, и он, конечно, потом еще игрушки получит. Жалко, конечно, вот если честно, вот так сейчас монтирую это видео, мне так жалко Микушку, что все, что мы запланировали, не получилось, и как-то маловато кажется ему игрушек по сравнению всегда, каждый год он завален игрушками. Но в этом году так, знаете, всего лишь 3 вещички, которые он толком и не поиграет. Жалковато, конечно. Лилечке еще платье я повесила, которое новое заказала и Анны, и от Эльзы, и она хотела тоже Анну. Просто, что она любит наряжаться. Ну, во время мой муж уже украшает комнату, пытается как-то завязывать, все делает. Ну, вот так. Ну, вот так мы украсили сейчас. Alles Gute zum Geburtstag. Микаэль стоит здесь. Самое лучшее на день рождения, Микаэль, пожелание здесь, просто везде шарики развесили, как всегда мы делаем всем, для всех. Заказала Лилечке как маленький подарок вот такое платьишко, качество, видите сами, какое полиэстер, самый настоящий пластмасс. Ну, знаете, это платье Анны от Эльзы, скорее всего, придется ушивать, потому что оно есть сначала, наверное, длинное будет. Посмотрим, придется завтра еще шить. Ну и по подаркам. Подарки. Бинокль он себе хотел настоящий. Здесь такая игрушка на улице побеситься. Здесь скейтборд желал он себе. Ну и Лилечке подарили тут, ну, собрали здесь этот шминк-кофр, ну, это называется косметический сундучок. Здесь я пересмотрела всю косметику, которая доступна девочке. Я оставила то, что считаю, ей еще по возрасту нельзя. Все убрала, качество хорошее. Лак для ногтей я проверила, стерлся сразу под водой, он смывается, все под водой смывается. Поэтому смотрела, что нужно, что нет. Ну и сюда я, конечно, могу докупать всегда и такие просто лабелла называется. Ну, такое, знаете. О, друзья, видите, какой у меня голос. До среды нам еще
Ну и вот так выглядит здесь. До среды еще в карантине. Посмотрим, как долго я буду еще мучиться. Ну вот так, друзья. Вот такой у нас коронавитый день рождения. Жалко, конечно, Микушка маленького моего. Лили, как мы тут сегодня видим? Как мы? Das ist für dich. Mach mal alles auf. Natürlich. Eine Rakete. Nein, Fernglas, was du dir gewünscht hast. Spielzeug kriegst du auch. Spielzeug bekommst du ganz viel von Opa, Oma. Da bekommst du ganz viele große Spielsachen. Ja, das ist auch deins. Mach dein Ding jetzt ab. Das ist Schminke. Das ist deine Schminke. Wow. Richtig weit. Cool. Ja. Lili, das ist so wunderschön. Bitte. Da ist noch die anderen Dinge. Danke. Papa hat sich extra... Nee. Mach mal den da noch. Den da noch. Eine Hand reicht. Papa reicht auch eine Hand, Lili. Macht er auch? Mhm. So. Dankeschön. Fertig. Eine Hand. Ну вот, мои дорогие, такая ситуация у нас, что болеем. В основном я болею. Напекла сейчас вот такие, ну, маффины, тортики. Хорошенькие получились, там с шоколадом мешанка. Рецепт обязательно подкреплю под описанием видео, где я этот рецепт выставляла. Это маффины на йогурте. Сейчас один маффин выделим Микошке. Сейчас буду рядом все подержать, чтобы он мог задуть. Я и Мика до сих пор позитивные, до среды еще будем позитивные. Не будем, ну, в карантине будем. Надеюсь, что в понедельник уже кто-то из нас вот вылезет из этой короны. Такая, знаете, крепкая болячка такая, что не уходит никак. Я уже чем только не лечусь, мне сейчас сложно. Все сидим дома, конечно, у детей уже нервы на грани, у родителей тоже, что все дома сидим, невозможно как-то. Ну то им уже все здесь приелось, конечно, уже пятый день здесь. Пятый, кого мы уже с понедельника дома, сейчас суббота. С ума сойти, не знаю, как это видео вы намного позже получите. Снимать вообще не могу ничего, и толком нет настроения, и вообще просто только каждую свободную минуту пытаюсь лечь. Доминик уже не может за детьми смотреть, уже устал тоже. Им уже все приело здесь, и сейчас уже телевизором только развлекаем. Вот такая история. Happy birthday, lieber Michael. Happy birthday to you. Jetzt auspusten. Super gemacht. Will die auch klatschen? Sehr gut. Sehr gut, Papa. Beschäftigt. Richtig gut. So, jetzt musst du vorsichtig rausnehmen. Legst du an die Seite. Genau. Gut. Sehr gut. Und los geht's. Kannst dein Papier abmachen? Aber oder
brauchst du Hilfe dabei. Guck mal, du hast ein Sternchen. Ich hatte auch ein Sternchen. Oh, ich habe auch ein Sternchen. Mama. Mama hat auch keine Sternchen, ne? Ich hatte auch ein Sternchen. Wir haben beide Team. Друзья, такая игра. Папа развлекает детей. Игра называется Топ Шлаген. Там большая кастрюля. Ну, я не придумала. Домик сейчас вытащит все это. Они прячут там сладкое, завязывают глаза. Сладкое в кастрюльке прячут, завязывают глаза. И их надо... И прячут там сладкое. Прячут кастрюлю. Вон. Теперь должен тот, у кого завязаны глаза, найти. По полу. Постукиванием. И они говорят холодно, горячо, холодно, тепло или горячо. Ищут. Снимаю специально через трамплин, чтобы потом детей не прятать. Через сетку. Видит. Теперь папе надо найти. Прячет. Спрятали хорошо. Kalt. Kalt. Холодно. Еще холоднее. Вам. Weiter nach rechts. Dankeschön. Cool.
дорогие друзья, пытаемся как-то развлекать наших детей. И устроили здесь пекарню, такую корону пекарню. Сейчас есть такие вот печеньки. А печеньки, они такие светлые, потому что они сделаны из глютен-фрай муки. Ну вот, вчера тесто замесило быстренько, и тесто простое, мюрбе тайт называется. Вторую партию я помазала желтком, потому что они такие светленькие были, я думаю, что желтком красивее будет выглядеть. Ну вот, такая ситуация у нас на данный момент, сейчас 7-й день короны. Продвижения такие, что я сейчас уже себя чувствую хорошо, но у меня симптомы простой простуды. Сейчас нос все время текет и кашель. Уже намного легче себя чувствую, но вот именно сейчас идут симптомы простой простуды, получается. Я не знаю, как долго я буду выкарабкиваться. 7-й день сегодня. И у Мики. Мика вот первую неделю как-то все нормально было. Он все равно температурил, то температура, то нет. Ну а сейчас опять такая же ситуация, нос текет, кашель. А вот 7 дней прошло, мы просто как-то себя мучились, а вот сейчас начинается период, где простуда появилась. Да, уже не может дождаться, смотрите. Ну вот, не знаю, как долго мы будем при короне. Сейчас у нас цель... Сейчас, получается, у нас одна единственная цель, чтобы не заболела Лилия и не заболел Доминик. Сейчас еще они до сих пор еще негативные. Это единственная цель. Если они заболеют, сейчас чуть позже... Наша цель, чтобы мы заболели вторые наши жители здесь. Если они заболеют, то мы сидим в карантине вдвойне до раза больше, наверное. Поэтому это вообще что-то самое сложное, это детей развлекать сейчас. Самое-самое тяжелое на данный момент, это их чем-то развлекать. Мы уже сами устали. И они уже маются, потому что им нужно куда-то уйти, а выходить нельзя. Ну вот, надоело им четыре стены своих домашние. Вот такая ситуация на данный момент. Не знаю, как сегодня еще день пройдет. Наша цель, конечно, всех, чтобы все выздоровели, и другие, которые не болеют, не заболели. Такие получились печеньки. Позже как пряники они. Они суховатые, потому что вот из глютен-фрай муки, они суховатые получаются, как пряники получаются. Но очень сладкие, вкусные дети любят. И вторая партия, сейчас вон с яйцом сверху, она более-менее, скорее всего, румяная буду. Покажу сейчас. Ну вот, друзья, вторая партия, я яйцом чуть-чуть помазала, видите, намного румянее получились, красивее выглядят. Ну, так выглядят у нас пряники. Ну вот, дорогие друзья, на этом видео я буду заканчивать. Большое спасибо за приятные пожелания в мою сторону, что мы выздоравливали все. Большое спасибо за это. Как у нас продолжается коронавирус, обязательно вы увидите в следующем видео, дорогие друзья. Ну, а мы с вами будем прощаться. Пока-пока.